Всем здорово, ребята, с вами Эдвин, и вы на канале Мысля Геймица. У меня радостная новость для вас. Да не то сказал. Для меня радостная новость, а для вас просто суперский видосик. Потому что я буду распаковывать мой новый телефон. Micro Max Ball Q 354. Это вам не шутки. Большой экран 12,7 сантиметров. Аж 2 сим-карты. Я в шоке. 1 гигабайт оперативной памяти. 8 гигабайт встроенной памяти. Теперь столько игрушек скачаю. Офигеть! Платформа Android Marshmallow. Я люблю зефирки. Да. Может быть, он съедобный? Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Я такую штуку заметил. Дай-ка! Камера 5 мегапикселей. Много его или мало, черт его знает. Будем тестить. Го открывать. Откуда не возьмись кинжал? Почему бы и нет? Я же джигит. Та-да-дан-тан-тан-да-да-дан-тан. Золотой! Вот и радостный нежданчик. Офигеть! Вроде бы недорогой, но выглядит шикарно. Стопудово стоит своих денег. Давайте посмотрим комплектацию. Инструкция, сам телефон, батарея, зарядное устройство, наушники, наклейки и пленка для защиты телефона. Посмотрим, что там есть. Крышку открыли. Батарея съемная, две микросим-карты, одна микро-SD-карта. Батарея 2200 миллиампер. Давайте поставим батарею. Плотно сидит. Теперь закроем крышкой. Телефон автоматически включается. Круто! Мне уже нравится. Суперский телефон. Давайте попробуем запустить наш телефон. Мой телефон пишет «Привет». Ну, здорово. Русский. Все, далее. Вставьте сим-карту, просит. Да. Поставим позже. Мы сейчас заловим Wi-Fi. Пишет, это может занять 2 минуты. Идет проверка подключения. Войдите, чтобы использовать все возможности Google. Сейчас мы введем нашу почту и пароль. И продолжим. Аккаунт добавлен. Уведомления. Выберите режим уведомлений на заблокированном устройстве. Показывать. Далее. Добро пожаловать. Обои, виджеты и настройки. Чтобы выполнить настройку, коснитесь фона и удерживайте его. Таким вот образом выглядит наша панель. Здесь сразу есть, видно, поисковик Google. Установлен Яндекс браузер, камера, Play Market, телефон, книжка. Так, это у нас что такое? SMS. Это SMS-сообщение. Разрешить приложению браузера доступ к данному местонахождению. Разрешить. Так, все разрешить. Даем разрешение на фотографии, на звук. Так, тут идет Micro Max. Открывается сайт, как вы видите, все сразу же открылось. Давайте отсюда выйдем. Это у нас просто браузер идет. Здесь у нас идут контакты, Gmail, SMS, 2 GIS уже установлено. Приложение Bion, браузер, видеопапка, галерея, голосовой поиск есть. Диктофон, очень хорошая штука. Также есть диск, Google диск, если вы хотите что-то сохранить. Диспетчер файлов. Вот это крутая штука, кстати. Через диспетчер файлов можно открывать и удалять какие-то папки, которые у вас здесь, допустим, много всего наснимали, мусор, и непонятно, как это все найти. Диспетчер файлов, он помогает найти такие вещи. Свободно 3,33 гигабайта, всего 3,71. Если открыть, то вы можете увидеть, что идет полностью разбивка на категории. Есть раздел загрузки, календарь, калькулятор, камера, конечно же, карта, книга
и контакты, меню сим-карты, музыка, настройки, поиск, резервное копирование, фото, часы, Человек-паук, игрушки все поустановили. Но это же жесть. Тут даже не надо ничего скачивать, в принципе. А я думал, Эдвин, будем сейчас скачивать, тестировать, как это все работает. А тут уже все игрушки, в принципе, уже есть. Так что ты не будешь вообще париться. Есть также FM-радио. Блин, шикарно просто. Hangouts есть. Google, Gmail. Блин, да тут все есть. Сколько игр? Смотри, тут даже установлено вот этот Live. Ага. Приложение для прямых эфиров. Play книга, Play игры, Play маркет, Play музыка, Play фильмы, да ё-моё. Супер-пупер телефон. Да, YouTube приложение уже стоит. Вот это вообще не знаю, что такое. VPS Office, это, наверное, приложение для работы с офисными какими-то программами. Все нужные приложения здесь уже присутствует, не надо ничего скачивать. Эдвин еще хотел показать, что сверху здесь сразу открывается. Здесь у вас показываются обновления ПВО, установить обновление ПВО. Это мы установим, но, наверное, чуть позже. Человечек у нас делает убавить и прибавить яркость телефона. Яркость телефона просто шикарная. Показывает вашу сеть, включить-выключить Bluetooth. Также Wi-Fi включить-выключить. Есть раздел «Не беспокоить». Ваша сим-карта, режим полета, автоповорот телефона. Если он вам нужен, вы можете включить. Если вам это не нравится, выключаете. Также есть фонарик. Вот, это фонарик мощный, да? Хорошо светит. Да. Ну-ка, посвети куда-нибудь. Вот сюда, например. Вот. Вот с такого далека и так хорошо светит. Единственное, чего тут нет, это Инстаграм. Забыл сказать, теперь у меня есть Инстаграм. Давайте попробуем скачать и установить Инстаграм. Заходим в Play Market. Попробуем попросить Google найти Инстаграм. Инстаграм. Ого, так сразу. Ого. Сразу в 5 сек, блин. Все устанавливай. Не успел попросить, уже все работает. Я вот сейчас проверю, я только один хотел сказать, а он уже этот он. Раз и все. Да. А интересно, как загрузка идет? Вот загрузочка, смотри. Быстро, нет? Конечно, быстро он. Офигеть, какая она вещь. 17 мегабайт, смотри. Раз, пока мы с тобой разговариваем. Оп, оп, оп. И все готово. Открывается наш Инстаграм. Быстро, да, срабатывает? Да, так. Нажимаешь такой, раз. Ну. Даже секунды нету, все очень быстро. Теперь мы введем пароль и продолжим дальше. Вот мой Инстаграм. Та-да-да-да-дам. Недавно я зарегал Инстаграм, и у меня уже 500 подписчиков. Спасибо, кто подписался. Ребята, ссылка на мой Инстаграм в описании. Подписываемся на мой Инстаграм. Я буду очень рад, кто подпишется. Камера, конечно, желает лучшего. 5 мегапикселей, братуха, что ты хочешь? Для 5 мегапикселей, в принципе, картинка нормальна. Не супер, но нормально. Но я думаю, что плюс этого телефона не в пикселях. Давайте попробуем найти в Ютубе мой канал. Так, давайте-ка сейчас. Вот так вот. Главное меню, разные видео. А вот уже наш канал. Только это «Семья Багдасарян». Запускай, давай посмотрим. А тут все написано. Попробуем включить звук. Пошла реклама, да? Ну. Так, это ролик. Всем привет, с вами Эдгар. Звук идет вот от этого динамика. Динамик такой большой, да? Ну, прикольно сделали. Тут вот есть динамик, получается. Здесь логотип. Здесь идет у нас фонарик. И здесь 5-мегапиксельная камера. Тут идут кнопочки. Это убавить, это прибавить, это включить. Потом вход для наушников и для зарядки. В принципе, все. Все самое главное тут есть. Да. Ну, так-то вообще вот так сидеть, смотреть, прикольно улазить ВКонтакте и в Инстаграме. Ну, просто офигенно. Кому такой телефон понравился, пишите в комментариях. Очень много плюсов. Один единственный минус, который
нам не понравилось. Чем он не понравился, так это 5-мегапиксельная камера. Вот. Ну, если бы, конечно, и добавили тут еще этих пикселей чуть-чуть, было бы вообще шикарно. Но тогда и цена бы, конечно, была другая. Так что жаловаться не будем. Да. В целом, просто отличный аппарат, да. Вот я уже хочу быстрее БК установить. А пока вы установите, я уже лазю. Давай какую-нибудь игру запустим, Эдвин. Сейчас. Отличная картинка, все четко. Получите монетки. Ух. Уже получил монетки, да? Так, ну давай попробуй поиграй. Пропустите. Так, сюда только поверни, Эдвин, вот так. О, я этого чувака знаю. Гоблин. Так, это прыжок, удар. Он спайдермен. Давай, давай, жми. Чё я жать-то буду? Ну там соглашайся, он же ждет, чтобы ты что-то нажал. Так, ну чё, как играется Эдвин вообще? Круто, но звук мне больше всего нравится. Смотри как. Оп-оп. Реагирует хорошо? Не зависает? Нет, не зависает. Офигенное просто качество. Вот качество мне нравится. Картинка хорошая, зависонов здесь никаких нет. Но мочить круто. Еще то, что экран большой, да? Да, так вот. Классно просто играть. Ого, каким стал. Смотрите. Причёрный, а все. Не, ну блин, вообще офигенно вот так вот играть. Скажи, что ты сейчас будешь делать? Эдвин сейчас ждет, не дождется, когда закончится видео, я отстану от него. Да. И что ты делать будешь? Ну, сперва я сейчас установлю все приложения, которые мне нужны. Которые есть в Play Market, чтобы телефон взорвался. Да, я все установлю. В общем... До этого у Эдвина в телефоне было мало места памяти. Да, то теперь 8 гигабайт есть. Сейчас я расскажу, что я буду делать. Во-первых, я испробую эти наушники, потому что я люблю сидеть в наушниках и слушать музыку. Потом я установлю также WhatsApp и еще что-то. ВК, потом это-то, еще потом... приложение такое желтенькое есть. Да. Там приколюхи можно всякие делать. Я забыл, как называется, потом вспомню. Да. Установлю такое приложение, ну и потом... Не знаю, похвастаюсь. Ну все, ладно, я пошел пить чай. А я буду сидеть. Да. Вот так вот сидеть. А вы, ребята, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, мою группу и подписывайтесь на мой канал. Так что... Подожди. Что? Подписывайтесь на мой канал. Мой телефон просто супер. Вот мой канал. Подписываемся, конечно же, на другие всякие каналы. Моей бабушке. На мою бабушку особенно. Я его очень-очень сильно люблю. Вот. Ну ладно, ставим лайки. Подписываемся также опять на мой канал. Все, хорошо, счастливо. Пока.